Всем привет, ребят! Вы на канале Steven Games, я продолжаю играть в игру Injustice 2 Mobile, и сегодня будет очень клевый выпуск, в том плане то, что я наконец-таки набил арену. Я дошел кое-как до элиты первой, и я открою своего первого персонажа, набитого именно на арене. Это круто. Ни разу, кстати, никогда. Вот за 2-3 года то, что я пытался когда-то играть в Injustice 2 Mobile, не набивал арену до того момента, чтобы прямо открыть персонажа. И наконец-таки у меня это получилось сделать. И давайте же посмотрим, что там, какого персонажа я наконец-таки открою. Поехали! Рекомендую покупать персонажи и игровую валюту только на сайте proseller.org. Ссылка в описании под этим роликом. На данный момент рейтинг 2819, у меня 553 642 очка, получается, я набил, и нахожусь я на элите 1. Также, что хотелось бы отметить, в скором времени начнется новая арена, и она будет в разы сложнее, вроде как, и серьезнее. Я бы, наверное, хотел для начала перейти в героя и продемонстрировать вам, докуда я накачал своего Бэтмена. У него аж 39 уровень уже и 33 тысячи рейтинга, 8 тысяч у Джокера, у Доктора Фейта 8 тысяч. И сейчас к этим персонажам присоединится еще один очень клевый перс. Аквамен, по-моему, Лига Справедливости. Да, Аквамен, Лига Справедливости. Давайте я сейчас его заполучу. Переходим на почту. И здесь награды за окончание сезона арены. Смотрите, 150 самоцветов, 250 получается очков арены и 160 фрагментов Аквамена. Это говорит о том, что у меня Аквамен становится трехзвездочным. Давайте получим награды. Так, назад, награды я вроде как получил. И перейдем к герою. Я, по-моему, могу сейчас разблокировать, да, героя Аквамена Лигу Справедливости. Давайте перейдем и разблокируем. Да, получается так. Получеловек, наследник престола Атлантиды Артур Карри может воскрешать союзников любого класса, используя суперприем из глубины. Надо будет посмотреть, что из глубины, наверное, из глубины. Из глубинки. Кроме того, Аквамен добавляет союзникам Лиги Справедливости пробивание брони к их основным атакам. Кстати, да, я уже начал потихоньку приобретать фрагменты нового персонажа. Что за персонаж? Это, если я не ошибаюсь, по-моему, Киборг Лига Справедливости. Поэтому давайте разблокируем для начала Аквамена. Нам не только это нужно сделать, поэтому потихоньку будем сейчас разблокировать персонажей. Вот он, мой новый перс трехзвездочный. Мощь, золотой, неплохо. И таланты, 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 таланты я, наверное, чуть позже разблокирую. Или можем даже сейчас, вдруг мне повезет, и я открою что-то интересненькое. Так, давайте посмотрим. Разблокировать талант и плюс 8 к урону от критической атаки. Процентов, плюс 8% к урону. Плюс 8% к урону от критической атаки, снова одно и то же выпадает что-то. И здесь у нас, и здесь плюс 8% к урону. Итого 16, что ли, в сумме? 16% к урону от критической атаки. Ладно, окей, я понял намек. И дальше. Получается, так, из глубины... из глубины это суперприем. Это суперприем, если наносишь, то тогда, получается, я могу воскресить любого класса союзника. Угу. Неплохо. Это очень даже неплохо. Так, ну и здесь я пока что прокачивать, наверное, ничего не буду. Чуть позже это сделаем. Для начала давайте нажмем назад. Это не все, что я хотел сделать, потому что это пока что только начало. Далее давайте перейдем на арену. Я получил, как вы видите, свои 250 очков. И перейдем в магазин арены. Нам нужно здесь приобрести кое-какую броню. Я думаю, многие догадываются, какую. Я хотел бы сам ее как-то получить, но я понимаю, что маловероятно, что я ее выбью. Для начала давайте потратим, получается, 100 очков на фрагменты Киборга. Да, вот Киборг Лига Справедливости. Говорят, он офигительный персонаж, и можно тащить на арене очень хорошо, поэтому я и приобретаю фрагменты именно его. Надеюсь, он еще появится хотя бы раз здесь. Поэтому как-то так. И далее переходим на снаряжение. У меня еще есть 100 фрагментов, поэтому мы сейчас по-быстрому проматываем. Далеко придется проматывать, поэтому давайте я по-быстренькому прокручу это все.
Вот она, та самая экипировка, которая мне нужна. Это наручи, тризубец, эмблема, сапоги и броня. Поэтому давайте потихоньку приобретать. Получаем наручи. Так, все, наручи мы забрали. А далее забираем тризубец. Тризубец у меня тоже есть. Кстати, можно было бы броню киборга заранее приобрести, потому что вдруг она исчезнет, потом я вообще ее взять не смогу, когда у меня киборг появится. Но я думаю, что еще она несколько раз здесь будет, поэтому торопиться не стоит. Все-таки не хотелось бы все очки сразу же тратить. А Аквамен броня тоже, да. Аквамен тоже броню забираем. Все, отлично. Мы приобрели всю экипировку, она у меня в наличии, поэтому... Это хорошо. Теперь мы наконец-таки можем перейти заново на Аквамена и, конечно, его немножечко прокачать. Переходим к героям. И где у нас Лига Справедливости, Аквамен, вот он. И давайте поставим всю экипировку на этого персонажа. И опасность становится 4717. Вот такой вот у нас персонаж. Отлично. И, блин, мне это нравится. Еще один золотой перс коллекции. Это очень даже хорошо. И он в скором времени 100% будет покруче Джокера. Ну, Бэтмен Рыцарь Архама ему обогнать будет сложновато. Но вот все остальное, это, конечно, клево. Очень круто. И давайте заглянем в достижения, что мне тут за ачивка выпала. Могучая коллекция. Разблокировать героев класса Мощь целых 2 персонажа. Да, я это сделал. Того у меня 985 самоцветов. Кстати, я немного самоцветов решил потратить на спецоперации, поэтому я это сейчас делаю. Здесь, наверное, да, потратим мы... Я не знаю, сколько, сейчас буду смотреть, пока есть возможность. Я думаю, где-то уровня до 5 я прокачаюсь. Потому что все-таки, блин, хотелось бы получше награду получать. И как раз-таки вот я ее буду получать получше, когда... прокачаю хотя бы до 5 левела спецоперации. Скорость завершения 5%, плюс 10% к опыту, плюс 10% к монетам. Неплохо, вот получаемым самоцветом почему-то нету. Плюс 15% скорости завершения будет. Ну давайте, наверное, до 500 самоцветов где-то потратим. Ну вот еще 100. Ну и плюс 15% к монетам. Отлично, все. До 7 левела получается пока что. А потом уже буду смотреть дальше и прокачиваться, конечно же. Насчет компании хотелось бы вам показать, что у меня здесь творится. Здесь у меня все вроде как хорошо. Здесь я все прошел, здесь я прошел тоже все. Здесь я начну только тогда, когда у меня появится энергия. А так, обычно у меня дошел до 5-й, получается, главы, скажем так. И потихоньку прохожу дальше. Здесь, в принципе, все легко, сложности никакой нету, потому что когда мне выпал легендарный Бэтмен, ну, тут опасность команды 63 тысячи, плюс сейчас еще Аквамен, Лига Справедливости, которого я, надеюсь, в скором времени раскачаю, он тоже внесет свою лепту, скажем так, в победу. Это очень даже хорошо. Ну и арена, я надеюсь, она потихоньку будет раскручиваться. Насчет лиги, я пока что не заходил в лигу, я пока что не создавал лигу, не знаю пока, когда я ее создам, потому что сейчас персонажи у меня не то, что прям прокачанные, и в лиге делать особо нечего. Ну, мне так кажется, поэтому придется немного подождать. Вот такие вот дела. Это все, ребят, что я хотел показать вам в данном ролике. Да, ролик получился не таким прям масштабным. Я даже не поиграл за Аквамена. Но за Акваменом мы поиграем уже в следующем ролике, когда я его немного раскачаю, и мы уже посмотрим на его силу, как он будет состыковаться с Бэтменом. Либо я его буду прокачивать отдельно, потому что, может быть, он отдельно играет лучше. Например, у меня будет отряд Рыцарь Архама, Бэтмен, Джокер, Доктор Фейт и, допустим, Аквамен Лига Справедливости, Бэтмен обычный и Чудо-женщина. Ну, типа того. Два отряда, которыми я буду играть на арене, либо в компании. И таким образом потихоньку проходить, тем самым прокачивать персонажи, которые у меня еще не прокачаны, и набивать, скажем так, свою опасность. На данный момент, кстати, опасность состава у меня 110 тысяч, и максимальная опасность у персонажа 33 тысячи. Надеюсь, в скором времени мы это все изменим и ударимся, скажем так, все дальше, дальше и дальше.
Также напишите, нужно ли открывать еще наборы, либо уже с наборами пора завязывать. Уже какой-то определенный отряд я выбил, и смысла дальше выбивать персонажей из наборов нет. Либо смысл есть. Вот это мне интересно. Всем большое спасибо, ребят, за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!